Правительством России установлена величина прожиточного минимума на 2021 год. Она составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12 702 рубля. Для детей 11 303 рубля. Для пенсионеров 10 022 рубля. С этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.